Здравствуйте, друзья! Я думаю, что подождем буквально полминуты, пока люди подключатся, все, которые должны подключиться, и они об этом сообщат, то есть они напишут. Уже многие написали о том, что они подключились. Хорошо. Хорошо ли меня слышно? Да, если можно, сообщите мне в чате о том, как меня слышно, как меня видно. Это очень важно, потому что... Ну хорошо, вот я вижу, что пишут, что звук и видео все отлично, замечательно. Это очень важный момент, потому что у нас сегодня тема серьезнейшая. Это тема о детском здоровье. С одной стороны, казалось бы, что нового можно сказать о детском здоровье. С другой стороны, эта тема для меня всегда очень волнительная. Почему? Потому что ребенок – это человек, который пришел в этот мир, и который от того, как он будет развиваться, от того, как он будет готовиться к взрослой жизни, как он будет подготовлен к ней, зависит очень многое в его жизни. Но прежде чем я буду говорить о детском здоровье, мне хотелось бы два слова сказать о себе. Зовут меня Сергей Викторович. Живу и работаю я в Ростове-на-Дону. У нас есть информационный центр Аюрведа Дон. И я занимаюсь Аюрведой. Аюрведой я занимаюсь более 20 лет. Если говорить о здоровье как таковом, то мне хотелось бы привести вам цитату из древних аюрведических текстов. Я специально эту цитату оставил для сегодняшней встречи. Цитата эта такова. Человек приходит в этот мир, чтобы быть здоровым и счастливым. Больной не может познать полноты счастья и дать его другим. Это очень важный момент, когда меня спрашивают, для чего нужно быть здоровым. Нужно быть здоровым для того, чтобы человек смог сделать что-то полезное и важное для других людей. Ну и дети – это те организмы, которые развиваются и которым зачастую нужна наша помощь взрослых людей. Первое, о чем бы я хотел сказать, это взгляд, аюрведический взгляд на периоды в жизни человека. Их всего три, но они очень важны. Первый период до 12 лет – это, собственно, детство. Второй период, его называют взросление, его можно назвать периодом взрослой жизни, периодом активной жизни – от 12 лет до 70 лет. И третий период – старость. В аюрведе он считается наиболее благополучным, если человек к нему подготовился, если он встречает этот период здоровым, который длится после 70 лет. Если говорить о первом периоде жизни, о детстве, то нужно сказать о том, что и он тоже делится, в свою очередь, на периоды. Самый главный, самый важный период – это период рождения ребенка до 8 месяцев. В аюрведе ему уделяют очень большое значение. Считается, что ребенок должен находиться в этом периоде в некой изоляции, в хорошем смысле этого слова. То есть изоляция для него должна ограничиваться его семьей. Мама, папа, братишки, сестренки, бабушки и дедушки. То есть, чем меньше он будет испытывать на себе влияние окружающего мира, тем будет лучше. Я считаю, что когда ребенок, скажем так, не начинает его там показывать другим людям, там, фотографировать и так далее, ну, это для этого возраста это слишком ранние процедуры. Второй период. Это от 8 месяцев до 6 лет. Это очень важный период. Когда ребенок начинает приобретать жизненный опыт. Когда он на своем собственном организме зачастую испытывает этот мир. И тут нужен глаз да глаз. Потому что ребенок может попасть в очень неоднозначные ситуации. Поэтому я просто вам хочу сказать о том, что у ребенка фактически еще отсутствует полностью развитая критическое мышление. Он еще не способен полностью критически оценивать опасности, которые существуют. Поэтому, чтобы избежать беды, за ребенком нужно особенно внимательно наблюдать в этом периоде. И только после 6 лет и до 12 лет в этом периоде появляется первая осознанность. То есть человек осознает себя, осознает свое место в этом мире и, наконец, он начинает потихонечку готовиться к вхождению во взрослую жизнь. Вот это очень важные
периоды. Но мне хотелось бы еще сказать о том, что аюрведический взгляд на детство в корне отличается от взгляда общепринятого в нашей педиатрии. Медицина рассматривает ребенка без учета его эмоционального и психического опыта. То есть ребенок – это начальная стадия жизни человека. А аюрведа же говорит о том, вот и натуропатия вообще говорит о том, что здоровье – это гармоничное психосоматическое состояние. То есть когда состояние организма тесно связано с его эмоциональным состоянием. Чем меньше ребенок будет находиться в угнетенном состоянии, тем больше он будет все-таки познавать мир с хорошей стороны. И чем больше будут в этом участвовать взрослые, которые будут помогать ему приобретать этот опыт, тем будет лучше для самого ребенка. Я просто с большой благодарностью оглядываясь назад на свое детство, я вам скажу так, что мое детство прошло в очень такой благоприятный для меня период, очень благополучный период. Родители были моими друзьями самыми настоящими, а с папой мы занимались именно тем, что мне нравилось и то, что мне нравится и теперь. Это мы с ним изучали окружающий мир. Животных, растений и так далее. И тому подобное. Теперь мне хотелось бы сказать еще вот о чем. О том, что детский период в жизни человека тоже делится на определенные фазы. И эти фазы мне хотелось бы просто слегка прокомментировать. Самый маленький человек до 8 месяцев имеет самую высокую скорость обменных процессов. У него очень быстро формируются органы и ткани. От того, насколько правильно они будут сформированы в этом возрасте, зависит их будущая работа. Поэтому этот ребенок максимально должен быть избавлен от любых травматических факторов. Никаких, допустим, дополнительных ненужных массажей. Никаких физических нагрузок ненужных. Зачастую часто ребенка начинают приподнимать, начинают его усаживать, начинают его там, допустим, заставлять ходить там или ползать и так далее. Я всегда говорю, нужно обязательно эти все действия производить при строгом участии специалиста, то есть консультироваться с детскими врачами. Почему? Потому что если ребенок начинает очень быстро активность какую-то двигательную, там, допустим, когда он начинает рано сидеть, у него может развиться такое состояние, как вы знаете, сколиоз. Это особое состояние позвоночника, потому что костная система еще эластичная, она не затвердевшая, и таким образом ребенок может приобрести какие-то нарушения. Второй период от 8 до 6 лет, это от 8 месяцев до 6 лет, это период интенсивного развития центральной нервной системы. Центральная нервная система – это прежде всего познание окружающего мира. Что я могу вам сказать? Вот я, например, считаю, что в этот период нужно максимально знакомить человека с окружающим миром, но знакомить его не перегружая. Вот, допустим, когда ребенка родители берут в зоопарк часто и показывают ему, что есть такие животные, у ребенка часто возникают вопросы. А что это такое животное? Как они там, допустим, едят? Как они спят? Как они в природе существуют? То есть ребенок практически задает самые разные вопросы. Если родители в этом периоде будут часто отвечать на его вопросы и стараться меньше его перегружать какими-то нагрузками дополнительными, то я думаю, что это будет хорошо. О каких дополнительных нагрузках я хотел сказать? Это часто в этом возрасте детей начинают отдавать какие-то секции или куда-то еще. Это очень рано для ребенка до 6 лет заниматься какими-то вещами, там, спортом, там, музыкой и так далее и тому подобное. Но мне до 6 лет пришлось все-таки уже поступить в музыкальную школу и заниматься скрипкой. Но я хочу сказать, что, возможно, мой случай, он был таким исключительным. Ну и, наконец, это период, я его называю школьным периодом, от 6 до 12 лет, это когда ребенок очень плотно
начинает знакомиться и ассоциироваться с окружающим миром. У него формируются очень серьезные связи с окружающим миром. На уровне психического развития нейроны, это нервные клетки, которые в головном мозге существуют, у них есть очень много отростков. Эти отростки формируются дополнительно. И вот эти отростки, они образуют нервные связи. Вот как раз это период образования нервных связей, который характеризуется хорошим восприятием информации, сосредоточением внимания, формированием сосредоточенности, усидчивости и так далее. Но нужно помнить о том, что в этом возрасте так называемая энергетическая батарейка ребенка еще очень мала. И заряд в ней еще очень мало. Поэтому дети в этом периоде не должны заниматься интенсивной нагрузкой какой-то дольше 45 минут. Вот 45 минут это самый оптимальный период нагрузки ребенка. Как в школе. То есть 45 минут, если даже ребенок находится дома, если он не занимается, допустим, там в школе, сделайте небольшой перерыв. Перерыв может быть там 5 минут, там 10 минут. Это может быть просто отвлечение какого-то ребенка, какого-то занятия и так далее. Как в школе. То есть, когда дети выходят в школе как раз на перерыв, то вы могли бы заметить, что дети часто двигаются интенсивно. Это очень важное переключение деятельности. То есть умственная деятельность должна иметь переключение. Если мы ребенка переключать не будем, мы таким образом получим очень быструю утомляемость и снижение его способности к обучению. Изменение организма в детстве. Вот часто меня спрашивают о вилочковой железе. Я вот этим вопросом занимался очень плотно, долгое время. Вилочковая железа практически это тот орган, который существует у ребенка. Как оформленный орган. А когда ребенок вырастает, становится взрослым человеком, то вилочковая железа у него исчезает. На ее месте остаются особая группа клеток остается. И я долгое время задавался вопросом, какую же функцию выполняет вилочковая железа тимус. Я пришел к выводу, что вилочковая железа тимус – это особый координационный центр иммунной системы. Иммунная система – это та система, которая четко регулирует функции организма человека. Если мы говорим об иммунной системе взрослого человека, то есть здесь четко идет прослеживание, как работает система органов, как они взаимодействуют, как выполняются функции, когда возникают временные какие-то, допустим, системы органов и их взаимодействия. А у ребенка в основном иммунная система выполняет самую главную функцию, функцию защиты. И вот вилочковая железа здесь как раз играет первостепенную роль. То есть, грубо говоря, вилочковая железа, с одной стороны, это обучающий орган, с другой стороны, это дирижер оркестра под названием организм человека. Почему я об этом так подробно говорю? Потому что очень много нарушений детского здоровья происходят на фоне нарушений функций именно вилочковой железы. И вот как раз именно вот эти нарушения функций вилочковой железы, они являются причиной очень многих аутоиммунных состояний организма ребенка. Это такие, допустим, наиболее распространенные, как кожное нарушение, нейродермиты, это ревматоидный артрит, нарушение опорно-двигательной системы, это аллергические реакции. Пока тимус в активной фазе, вот эти состояния, они могут быть достаточно выраженными у ребенка. Но это не значит, что эти состояния останутся с ним на всю оставшуюся жизнь. Если такие нарушения уже наблюдаются, нужно очень внимательно наблюдать за ребенком. Пищеварительный канал. Пищеварительный канал ребенка – это отдельная тема для разговора. Но я все равно коснусь этой темы. Тема огромная. Но просто мне нужно сказать о том, что пищеварительный канал взрослого человека – это разносредная, ну,
имеет самые разнообразные функции, и там существует много различных сред. Что я имею в виду? Ну вот представьте себе, что, допустим, ротовая полость, где происходит начальное измельчение пищи и смачивание слюной и так далее, она имеет щелочную реакцию. Затем пища поступает в желудок, где есть выраженная кислая реакция. Вот эти различные кислотные среды, они нужны для того, чтобы пища переваривалась и подготавливалась к усвоению, которое происходит в тонком кишечнике, и там тоже щелочная среда. Мышечные кольца между различными органами пищеварительной системы, между желудком в частности и тонким кишечником, так называемые сфинктеры, они работают очень хорошо. А у ребенка этих мышечных колец как таковых еще нет, они формируются. И фактически у ребенка еще кислой среды как таковой в желудке нет. Щелочной среды как таковой в ротовой полости еще нет выраженной. И щелочной реакции только в кишечнике выраженной тоже нет. О чем это я говорю и к чему я это говорю? Это говорю к тому, что пищеварительная система у ребенка такова, что она может усваивать только определенный вид пищи. Не случайно было сказано о том, что для ребенка самая лучшая пища до 4 лет – это молочная пища. Но самое лучшее молоко, которое может принимать ребенок до 1 года – это грудное молоко. И не всегда бывает возможность у мамы скармливать ребенка грудным молоком. Потому что многие женщины у нас не имеют такой возможности. В то же время есть очень много различных смесей и так далее и тому подобное. Нужно помнить о том, что до 4-6 лет ребенка нельзя серьезно приучать к взрослому рациону. Он еще к нему не готов. К взрослому рациону не готов его пищеварительный тракт. И только потом, после 4-6 лет, до 10-12 лет, завершается формирование желудочно-кишечного тракта. И в частности, формирование происходит так, что происходит нормальное слизнение, то есть закрытие слизью очень многих поверхностей, чтобы не было агрессивного воздействия щелочного либо кислотного в желудке там, или в тонком кишечнике. Далее формируются сфинктеры, нормально ограничивающие эти все среды. И таким образом в этом возрасте до 10-12 лет организм фактически уже напоминает взрослый, то есть по тому, как он реагирует на ту пищу, которая поступает. Но я бы здесь коснулся еще одного очень важного момента. Часто дети имеют отравление от той пищи, от которой взрослые люди не испытывают какого-то дискомфорта. Вот простой пример. Недозрелые фрукты. Кто из нас в детстве не пробовал недозрелые фрукты? В то же время, если человек, допустим, взрослый, он просто не станет, допустим, их употреблять в том же количестве, но даже если он там попробует эти фрукты, то у него не будет отравления. У ребенка отравление происходит очень часто. Почему? Потому что функции разные. Если у ребенка пища начинает усваиваться уже в желудке, то у взрослого человека она в желудке только готовится к усвоению. Основное усвоение происходит в тонком кишечнике. Вот это очень важный момент, на который нужно обратить внимание взрослых людей. Если человек будет давать своему ребенку пищу неприготовленную, то он таким образом обрекает ребенка на постоянные пищевые отравления. Для ребенка должна пища быть в основном приготовленная. Конечно, это не значит, что ребенок не может употреблять там свежие овощи или фрукты, но их количество должно быть минимальным. И, как я уже говорил, слегка проготавливать пищу. Вот, допустим, простой пример. Мы возьмем ту же самую капусту, мы можем дать ее сырую ребенку, там салат из капусты. Но вот после такого салата ребенок среагирует на это дисбиозом, дисбактериозом и вообще нарушением. А если мы возьмем эту капусту и слегка проварим, или хотя бы просто зальем ее кипяточком накануне, пусть она постоит, мы таким образом дадим ребенку нормальную возможность усвоения этого овоща. Так же точно, как и помидоры.
свежий салат из помидоров можно дать ребенку, а можно все-таки слегка его проготовить, то есть прогреть. И таким образом уже агрессивные кислоты, которые есть в овощах, они не будут действовать на отделы пищеварительные ребенка. Нервная система, которая состоит в основном из головного и спинного мозга, она в течение детского периода подвергается очень серьезным трансформациям. В головном мозге, в коре головного мозга, как я уже сказал, происходит формирование новых связей между отростками нейронов. То есть, таким образом, формирование новых связей приводит к большой емкости центральной нервной системы. К тому, что ребенок приобретает более, скажем так, вот взрослые осознанные черты. Почему? Потому что уже состояние головного мозга позволяет ему так себя вести. Дальше. Тот же самый мозжечок, который отвечает за двигательную активность, за координацию движений и так далее, вестибулярный аппарат и так далее. Это все вещи, которые в этом периоде формируются у человека особенно интенсивно. И спинной мозг. Спинной мозг, который обеспечивает связь головного мозга с другими отделами организма. И таким образом как раз вот формирование, основное формирование объема головного мозга, формирование развития спинного мозга происходит где-то к 12-14 годам. Иммунная система. Да, кстати, мне хотелось бы еще сказать вот о чем. О том, что если говорить, допустим, о ребенке, очень часто мне родители задают такой вопрос. Говорят, а вот как вы считаете, допустим, нужно ли ребенка заставлять принимать пищу? Вот это очень важный момент, мне хотелось бы просто на нем остановиться, буквально одну минуту. Я могу сказать вам одно. Если ребенок не хочет принимать пищу, не заставляйте его принимать пищу. Более того, часто дети, маленькие дети до 4 лет, они вообще не принимают животную пищу. Они в основном питаются молочной пищей или, допустим, овощами или фруктами. Не навязывайте ребенку животную пищу. Я понимаю, что многим родителям кажется, что без животных продуктов ребенок не будет развиваться полноценно и так далее. Все приходит с возрастом. Если он не может какую-то пищу принимать, не хочет ее принимать, не заставляйте его. Значит, у него еще не сформированы функции пищеварительного канала для того, чтобы он эту пищу нормально переварил и нормально усвоил. Иммунная система. Я уже говорил, иммунная система — это прежде всего система тонкой регуляции всех функций организма. А у ребенка иммунная система, она подчинена прежде всего одной основной функции. Это функция защиты. Защиты всех жизненно важных систем организма, которые очень интенсивно развиваются. Для того, чтобы не было нарушения этого развития, существует много механизмов этой защиты. Но у ребенка они еще достаточно слабые. И я вам хочу сказать, что многие слышали, например, такое понятие, как гематоэнцефалический барьер. Но мало кто понимает, что это такое. Я думаю, что человеку не специалисту и не надо понимать. Я просто скажу вам вот что. Что это особый физиологический барьер между центральной нервной системой и кровеносной системой. В кровеносную систему могут попасть самые разнообразные вещества. В кровеносную систему даже могут попасть какие-то возбудители, микроорганизмы и так далее. И когда этот гематоэнцефалический барьер работает нормально, то самая главная функция – это после сердца, это центральная нервная система, она достаточно защищена. У человека она достаточно защищена. Вот почему люди взрослые, которые, допустим, переходят во взрослую жизнь после 25 лет, они практически не болеют какими-то такими осложнениями от простуды, как, допустим, воспаление паутинной оболочки головного мозга. Это, допустим, какие-то
такие заболевания типа менингита или что-то еще. Вот очень часто они происходят именно в детском возрасте. Почему? Потому что гематоэнцефалический барьер еще достаточно слабо развит. Я к чему это все говорю? Я говорю это к тому, что в возрасте ребенка очень важно обращать внимание на такие вещи, как опасность заражения его. Но в то же время ребенка ни в коем случае нельзя полностью ограничивать от контактов с окружающей средой и со своими сверстниками. С 3-летнего возраста ребенок должен общаться с себе подобными детьми. Это очень важный момент. Что происходит? В этот момент ребенок, кроме того, что он происходит, накопление энергоинформационного опыта, что очень важно, энергоинформационного обмена, потому что все-таки с родителями дома он находится в одном энергоинформационном поле. И он к этому полю привык. А тут он попадает во взаимодействие с другими полями, и он учится правильно себя вести в этом взаимодействии. Но самое главное, он начинает активно контактировать с окружающей средой. Окружающая среда – это не только малыши в детском саду, которые в одной группе с ним. Это и взрослые люди, это животные, это птицы, это растения, это климатические факторы, наконец. Если мы все-таки ребенка каким-то образом обезопасим, насколько возможно, но не будем его лишать этих контактов, то мы таким образом сформируем нормальную иммунную систему. Иммунная система должна тренироваться. И самое главное, что эта тренировка должна быть разумной. Я противник того, чтобы ребенка обливали ледяной водой, честно вам скажу. Вот до 10-12 лет я бы не стал этого делать. А вот после 10-12 лет я потихонечку бы приучал ребенка к охлаждению. Ну, допустим, там руки-ноги там холодным душем обливать или что-то еще. Но когда показывают по телевизору, когда ребенка маленького обливают ледяной водой, он стоит где-то там на льду, на снегу, ну, честно говоря, я не могу смотреть нормально такие кадры. Можно, конечно, и привести его иммунную систему в какое-то особое состояние, но я думаю, что это экстрим, который абсолютно не нужен никому. Что я могу сказать вам? Как раз именно детские простуды – это наиболее частые нарушения здоровья ребенка. Объясню почему. Представьте себе, что организм ребенка растет. Он увеличивается в размерах. Увеличивается, допустим, опорно-двигательная система, мышечные ткани, там, кровеносная система, растет количество сосудов, протяженности и так далее и тому подобное. Но какие-то моменты, какие-то части его организма не поспевает за этим активным ростом. И вот бронхолегочная система, она немножечко здесь просто отстает. То есть, вот эти факторы, когда сильный там перегрев или переохлаждение, длительная психоэмоциональная перегрузка или стресс. Вот я уже сказал о том, что в школе ребенку нужно заниматься где-то с перерывами. Обязательно, потому что без перерыва это будет просто психологическое переутомление. При каких-то физических перегрузках и так далее и тому подобное, у такого ребенка часто развиваются простуды с бронхолегочной направленностью. Вот мы замечали, что, допустим, взрослый человек может заболеть там простудой, гриппом или чем-то еще, и он таким образом просто перенесет этот грипп или простуду, и эта простуда может пройти там в течение нескольких дней. У детей часто простудные заболевания долго длятся вялотекущими, продолжающимися бронхитами или чем-то еще. Да, он пошел в детский сад, допустим, там побыл, заразился простудным заболеванием, и все, и потом он дома может болеть долгое время там и так далее. Только он пришел в себя, там выздоровел, он приходит опять в детский сад, там кто-то опять заболел, и он опять получил заражение. И так зачастую бывает со многими детьми. Что я могу вам сказать? Я могу сказать, что когда у ребенка есть выраженная слабость бронхолегочной системы, на это нужно обратить внимание. И в частности, обратить внимание
со стороны натуральных средств, о чем я сегодня буду и говорить, потому что вот эти натуральные средства, они помогут защитить дополнительно бронхолегочную систему от различных, скажем так, возбудителей, респираторно-синцитиальных, как их называют, аденовирусов, риновирусов, вирусов парагриппа и так далее и тому подобное. Вот, кстати, о коронавирусе сказать нужно еще вот о чем. Это тема, которая нами уже прорабатывается очень серьезно в течение нескольких месяцев. И очень хорошо, что прорабатывается, потому что мы все сейчас приобретаем бесценный опыт, который пригодится нам в будущем. Если кто-то обратил внимание, то он обратил внимание на то, что дети практически не превышают по заболеваемости от коронавируса. Допустим, вот эта статистика не выбивается из статистики обычных простудных заболеваний у детей. Почему? Потому что у детей хорошо развиты клетки иммунной системы. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, я просто скажу, что есть такие клетки эозинофилы. На эту тему я уже высказывался, и на эту тему я уже говорил. Эозинофилы – это первые клетки, которые встречают возбудители. Ну, допустим, у ребенка через слизистую оболочку бронхолегочной системы проникло какое-то количество вирусов. Так вот, эозинофилов столько у ребенка, что они достаточно быстро его блокируют и ждут подхода тяжелой артиллерии, когда подойдут другие части иммунной системы, Т-лимфоциты и так далее, которые вмешаются в это дело, и они будут блокировать этот вирус. Вот это очень важный момент. Нужно все-таки таким образом выстроить жизнь, воспитание ребенка, чтобы все-таки обеспечить ему достаточное количество вот таких вот первоначальных иммунных клеток, то есть эозинофилов, которые сразу реагируют на различных возбудителей. Мне хотелось бы сказать еще вот о чем. О том, что у ребенка часто бывают еще такие вещи. У него очень многие структуры анатомически соединены друг с другом. Вот представьте себе, что носоглотка, она соединена с глазами, она соединена с ушами. И когда, допустим, проникают какие-то возбудители через нос, то они таким образом могут быстро перейти, допустим, в слуховую трубу, возникает отит, или около носовой пазухи синусит, там, гайморит, фронтит и так далее, или на миндалинах тонзиллит или аденоидит. Или когда спускается вниз, то бронхит и так далее. Вот эти структуры у ребенка, они достаточно еще такие сообщающиеся, будем говорить так. И поэтому сообщение этих структур часто провоцирует вот такие, скажем так, вот не совсем взрослые заболевания. Потому что, допустим, я очень редко слышу, когда взрослые говорят о том, что вот у меня там что-то с ухом происходит. Вот у меня там на фоне простуды какое-то сожжение на ухо. А у детей сплошь и рядом это бывает. Детские аллергии. Ну, что я могу вам сказать? Мы живем в том мире, в котором полностью питание ребенка, окружающая среда, она наполнена всякими различными агрессивными химическими составляющими. Ну, никуда мы уже не уйдем от этого мира. Но в то же время нужно очень внимательно проследить за своим ребенком. Детская аллергия может проявляться в совсем маленьком возрасте. То есть ребенок вначале просто будет давать какие-то, не обязательно там будут это какие-то кожные реакции, да, там не обязательно какие-то необычные. Это может быть просто нарушение пищеварения, это может быть даже температура какая-то. А потом уже с 5 лет ребенок начинает давать уже выраженную аллергию. И чаще всего это бывает пищевая аллергия. Яйца, молоко, орехи и рыба наиболее часто вызывают аллергию. Ну, конечно, скажем так, вот ребенка родители ограничивают этих продуктов, это понятно, это ясно и так далее. Но нужно понимать, что дело не в пищевых продуктах, а дело в том, что в организме у ребенка накапливается слишком много аутоиммунных комплексов, которые приходят к нему с самых разных сторон. Ребенок, у которого в детстве возникает пищевая аллергия, находится в очень
плохом пространстве. Это пространство, которое перегружено пылью, которое перегружено какими-то веществами, которое перегружено, может быть, не совсем благоприятными энергоинформационными воздействиями. Я говорю о том, что чем меньше мы будем детей допускать в возрасте до 12 лет к высокочастотному излучению, тем будет лучше. Я часто наблюдаю такую картину. Собрались дети, допустим, чего-то они ждут. Вот если бы раньше это было, дети собрались, они бы там шумели, там, может быть, даже потасовка была какая-то, что-то еще там. То есть был. Тут я захожу в комнату, смотрю, все дети тихо сидят. У каждого в руках телефон, у каждого в руках какой-то iPad или что-то еще. Дорогие родители, я могу вам сказать такую вещь. Ребенку до 10-12 лет можно общаться с высокочастотным излучением 5-10 минут в сутки. Как хотите, 5-10 минут. Более того, если вы будете ограничивать ребенка от общения с этими взрослыми гаджетами, то вы таким образом сохраните его здоровье. Доказано уже было о том, что высокочастотное излучение настолько действует на организм ребенка, что они провоцируют самые разнообразные нарушения. И аллергия, детские аллергии, в частности, являются прямым продолжением вот этого неправильного поведения взрослых. Аутоиммунные комплексы, которые начинают формироваться в крови, а потом они закрепляются, и такая аллергия при закрепленных аутоиммунных комплексах, она может сохраниться на взрослую жизнь. Поэтому, я еще раз говорю, максимально все-таки постараться ребенка освободить от каких-то сложных, я бы сказал, химической природы продуктов. Там. Более того, не пичкать химиопрепаратами по любому удобному случаю. Если ребенок простыл и заболел, не обязательно сразу давать ему какой-нибудь аспирин или что-то еще. Нужно просто подумать, прежде чем, допустим, давать. Да, я, конечно, понимаю, что если простуда длится, там, допустим, сутки, двое, тут нужно уже, конечно, подключать какую-то тяжелую артиллерию. Но все равно постараться какими-то природными методами, которыми пользовались наши бабушки, наши мамы и так далее, которые не знали и не имели химиопрепаратов. Ну и наконец, мне хотелось бы сказать о детских инфекционных заболеваниях. Просто перечислю их. Корь, краснуха, ветряная оспа, скарлатина, коклюш, свинка. Многие специалисты считают, что детских болезней не избежать. Что я могу вам по этому поводу сказать? Если вы все-таки своего ребенка приучите к личной гигиене, а детство – это тот период, когда вы должны приучить ребенка мыть руки, то вы таким образом можете его избавить от этих заболеваний. Да, конечно, какие-то из этих болезней обязательно могут проявиться, но они проявятся совсем не в той форме, которая будет иметь повреждающие действия. Простой пример. Та же самая корь может протекать так в детстве, что она потом будет иметь очень серьезные осложнения на репродуктивную систему мужчины. И в то же время корь может протекать в детстве ребенка так, что она вообще никакого негативного воздействия на его здоровье не окажет. Я скажу вам так, что, допустим, мама меня приучила в детстве всегда мыть руки перед едой. Эта привычка у меня сохранилась на всю жизнь. Эта привычка меня спасла в свое время от желтухи, когда у нас в классе каждый год болели многие дети. Но зато потом, вот именно как это было сказано в натуропатии, что есть люди со слабой печенью. Так вот, 1/3 человечества – это люди, которые родились со слабой печенью. Я, видимо, отношусь к ним, потому что все равно как-то это проявится. И это проявилось уже потом в более зрелом возрасте. Когда я заканчивал университет, у меня была язва бенцитерской кишки. То есть это тоже говорит о особой слабости печени. Но зато детство мое протекло практически полностью без каких-то особых инфекционных заболеваний. А желтухой я точно не болел, потому что желтуха очень часто детская. Если она протекает неправильно, она потом деформирует печень на всю жизнь. И, к сожалению, человек потом с деформированной печенью может страдать от этих осложнений очень долго.
никогда не нужно держать ребенка в стерильных условиях, потому что ребенок не должен находиться в стерильном. Никогда ребенка не нужно изолировать от окружающего мира, но нужно просто ребенка воспитать в том духе, что он должен следить сам за собой. Он должен знать о том, что личная гигиена – это его защита, защита его здоровья и защита его жизни. Приучите своего ребенка, как он пришел домой, не садиться сразу за стол и не хватать что-то со стола, а чтобы он вначале просто пошел и вынул руки. Вот если он привыкнет к этому, то таким образом очень многие вещи. Ну и, наконец, пищеварение. Нарушение пищеварения. Нарушение пищеварения – это очень важный момент. Я уже сказал о том, что в грудном возрасте ребенка нужно все-таки ориентироваться на молочные продукты. Они должны составлять практически основной рацион ребенка. И потом потихонечку вводятся какие-то другие продукты для прикорма. Но опять же в приготовленном виде. Потому что иммунная система еще не сформирована, и пищеварительная система, она еще не способна переваривать самые разные продукты. Наиболее известная, скажем так, вот такое нарушение, где это молочница, это кандидоз. Кандидоз пищеварительного тракта, это говорит о плохой гигиене ребенка, о том, что он не моет руки, о том, что он ест часто немытые овощи и фрукты и так далее и тому подобное. Ну и наконец, вот еще мне хотелось бы коснуться такой вещи, как гастроэзофагеальный рефлюкс. То есть это заброс, грубо говоря, заброс пищи из желудка обратно в пищевод. Когда ребенок начинает испытывать изжогу по любому поводу. Многие люди думают, что изжога – это, видимо, какая-то реакция на какую-то особую острую пищу. Я вам скажу, нет. Это, прежде всего, связано с тем, что не сформировано мышечное колечко, которое находится на пищеводе, которое ограничивает пищевод от желудка. Если ваш ребенок постоянно жалуется на то, что у него изжога, пересмотрите его рацион, уберите из его рациона все продукты с уксусом. Уксус часто в небольшом количестве добавлены. А некоторые дети, я смотрю, они спокойно могут подать кетчупы, майонезы, маринады и так далее. То, что с уксусом. Если ребенок жалуется на постоянную изжогу, ему уксус употреблять нельзя. Кетчупы, майонезы, маринады, они вне закона. Вот, кстати, интересная вещь. Многие говорят, а понятно, там кислота, там уксусная. Тогда и лимон ему нельзя. А вот лимон как раз, он не вызывает какого-то такого расстройства и какой-то такой реакции. Вот смотрите, казалось бы, с одной стороны тоже агрессивная лимонная кислота, а в то же время эта кислота не вызывает каких-то реакций. Я рекомендую лимон вместе с медом, это наиболее вот оптимальный такой вариант. Ну и наконец, хотелось коснуться ревматизма у детей. Многие родители почему-то думают, что ревматизм – это заболевание опорно-двигательной системы. Я скажу вам, нет. Ревматизм – это он может иметь самые разнообразные проявления. Но самое главное и самое серьезное, все-таки, если у ребенка поставили ему такой диагноз – ревматизм в детстве, обязательно нужно потихонечку подходить к осторожному закаливанию ребенка. Потому что основное… Все-таки самое серьезное осложнение ревматизма – это нарушение формирования сердечных клапанов. И вот когда это нарушение все-таки происходит и развивается с возрастом, то тогда ребенок, вырастая в очень молодом возрасте, может стать уже инвалидом. Я не хочу вас пугать, но просто хочу сказать о том, что если все-таки вы обратились к врачу, и если у ребенка есть ревматизм, это не приговор, но в то же время это повод к действиям вашим, правильным действиям. То есть исход от ревматизма у детей определяется правильным поведением родителей. Родители начинают заниматься двигательной активностью своего ребенка. Вы должны с ним просто гулять, ходить. Вы должны с ним заниматься каким-то спортом несложным. Вы должны проводить какие-то, может быть, закаливающие процедуры. Это не значит, что его нужно обязательно там холодной водой обливать. Вы можете просто в мороз хорошо его тепло одеть и пойти с ним погулять. Конечно, до той поры, пока ребенок
допустим, не пожалуйся, то, что замерзли руки или ноги. И эта прогулка должна быть недолгой. Но такая прогулка будет тренировать организм ребенка, и ребенок вырастет без какого-то развития ревматизма. Кутать не надо, но все-таки, если холодно на улице, нужно обязательно обеспечить ребенку, прежде всего, нормальная одежда, которая будет связана именно с тем, что есть теплые руки и теплые ноги. Вот это очень важный момент. Да. Это очень важный момент. Вот поэтому ревматизм, тоже нужно обратить на это внимание, что если мы в детстве даже у ребенка и будем иметь такую предрасположенность, то потом, в конечном итоге, можно это все просто, этот вопрос решить. Так вот, профилактика болезней у детей. Самый лучший способ профилактики – закаливание. Я еще раз говорю, закаливание – это не значит воздействие холода. Закаливание – это постепенное приучение ребенка к более, скажем так, вот, каким-то прохладным процедурам. Это может быть более прохладная вода, когда он вначале там теплую воду включает, там умывается, потом более прохладная вода. Дальше. Это может быть, допустим, зимой, когда мы ребенка выводим из комнаты, открываем, проветриваем. Не находится ребенок у нас в этот момент в комнате. Но зато потом, когда проветривание произошло, там в течение 15 минут, мы закрываем окна, и ребенок потом заходит в это помещение. Дальше. Это когда мы приучаем ребенка не спать в душной комнате, переполненной, скажем так, там теплой, душной зимой, а мы обязательно эту комнату проветрим перед сном ребенка, и он будет спать при комфортной температуре. Зимой он будет спать при этой температуре, когда можно укрываться каким-то одеялом. Да, не толстым, каким-то достаточно легким одеялом. Вот это нормальное закаливание. А какое оно будет, вы можете просто посоветоваться с своим детским врачом. Он вам даст какие-то отдельные советы. В то же время нужно понимать о том, что перегревание и переохлаждение – это две процедуры, которые деформируют детский иммунитет. Детский иммунитет всегда будет деформироваться, если мы ребенка будем перегревать или переохлаждать. Ну и, наконец, вакцинация, два слова буквально. Я вам выражу свое личное отношение к вакцинации. Если меня спросят о вакцинации, я скажу, что статистика того же коронавируса у нас в России очень низкая. Да, наверное, это все-таки связано с тем, что мы вовремя обратились там, к тому, что сделали там какие-то медицинские меры и так далее. Но не забывайте, пожалуйста, о том, что мы все родом из Советского Союза. В Советском Союзе всем детям делали прививку БЦЖ. БЦЖ – это та прививка, которая имеет очень широкий спектр действия на ране человека. И вот очень многих людей, я считаю, эта прививка спасла от коронавируса. Поэтому к вакцинации у меня положительное отношение. Если вакцинация оправдана, если ее делают для того, чтобы обезопасить будущее ребенка от многих смертельных заболеваний, разумная вакцинация. Мой взгляд, личный взгляд на эти вещи, надо это делать. Хотя существует много разных там теорий, взглядов, я их касаться не буду. Это личное дело каждого человека. Но помните, пожалуйста, о том, что ребенку жить долгую жизнь. И на эту жизнь нужно иметь хороший иммунную защиту, иммунный ответ. Теперь мне хотелось коснуться еще и пульсодиагностики. Пульсодиагностика — это очень важный момент. Зачастую мы не знаем, как нам подойти к детскому организму. Мы не знаем, как нам выбрать те продукты, которые нужны для ребенка. Мы не знаем, какие из добавок ему посоветовать, потому что очень много существует разных добавок, и они рекламируются с разных сторон. Но мы на это реагируем так, что мы теряемся в этой информации. Пульсодиагностика – это очень верный способ определения, во-первых, правильного способа питания, то есть выбора тех продуктов, которые будут укреплять организм, а не те, которые будут его деформировать. Дальше. Оценка организма ребенка. Как он развивается? Может, у него какие-то скрытые есть нарушения? Допустим, нарушения в работе желчевыводящей системы. Или, допустим, со стороны генов.
организму кажет. Или, допустим, сердце дает недостаточный толчок. Или, может, у него аритмические явления есть, а он об этом не говорит. Вот это все можно увидеть. И на основе этого получить самое точное, самое ценное, сугубо индивидуальное для организма рекомендации. Да, что я могу вам сказать? Вот у меня, да, вот у меня опыт уже большой, скажем, в пульсодиагностике. Впервые я, конечно, здесь столкнулся в Индии, и, ну, не впервые, впервые я здесь в России столкнулся, но это та система, которая меня всегда интересовала, и когда я стал сам заниматься именно пульсодиагностикой, тестированием по пульсу, то, да, мы занимаемся уже несколько лет этим. 6 лет мы занимаемся пульсодиагностикой, и у меня был случай, когда ко мне принесли на тестирование ребенка, которому было 3 месяца. 3-месячный ребенок, маленький, который, конечно, он должен был спать, потому что если бы он не спал, мы не могли бы просто наложить электроды ему на руки, не могли бы записать. И все-таки мы выбрали тот момент, когда ребенок заснул, и мы накладывали электроды и делали запись. Этому ребенку уже, скажем так, почти 6 лет. Это уже практически взрослый ребенок. И мы несколько раз делали записи. И мы видели, что ребенок развивается хорошо. Почему? Потому что ребенок использовал правильные рекомендации по питанию, правильные рекомендации по добавкам, правильные рекомендации по образу жизни. Вот это очень важный момент. Поэтому я обратил бы ваше внимание и на эту сторону. Эта сторона тоже очень важна. Ну и, наконец, все-таки я соглашусь с тем принципом натуропатии, который говорит о том, что если ты не меняешь свой способ питания, ты можешь ничего особо и не делать для себя. Все равно тебе, по большому счету, ничего не поможет. Да, это круто сказано, но это сказано правильно. Потому что если мы с вами начинаем какую-то программу оздоровления или решение у человека проблем со здоровьем, мы всегда будем начинать с его питания, с диетологии. И детская диетология, она отличается от диетологии взрослых людей. Я уже говорил о том, что у ребенка очень своеобразное строение пищеварительной системы. И вот пищеварение у детей, оно до такой степени тонкое, до такой степени оно еще в процессе формирования, что как раз именно вот эти низкие концентрации соляной кислоты в желудке там, или, допустим, щелочей, там, они зачастую не только приводят к нарушению пищеварения, но и к тому, что часто у детей поселяются различные паразиты. Вот как раз именно у взрослого человека паразитарного поражения меньше, потому что у него более выраженные вот эти вот среды пищеварительного тракта. Ну и, наконец, к 14-15 годам фактически формируется это все, но до этого ребенок очень подвержен всяким различным заражениям. Как правильно использовать растительную молочную пищу для детей? Я могу сказать о том, что молочные продукты ребенок может употреблять в любое время суток. По большому счету это не принципиально. Но все-таки, исходя из своего личного опыта, и из того опыта, который я привез из Индии, где мне сказали о том, что молоко лучше употреблять на ночь, а кислое молоко лучше употреблять днем. Вот у них есть такой постулат, который они зачастую не объясняют. На самом деле этот постулат имеет очень хорошее такое научное обоснование. Я бы рекомендовал все-таки на ужин давать ребенку молочные продукты, типа молочных супов, там, молочных каш или чего-то еще. А кислое молоко давать ему, допустим, утром или в обед. Растительную пищу, если и давать ребенку, только в небольшом количестве сырую. В основном растительную пищу нужно проготавливать. Даже фрукты, которые предлагаются ребенку, они должны быть либо слегка нагреты, либо это могут быть сухофрукты, либо что-то еще. Даже, кстати, если говорить о фруктах варенья, или, допустим, фрукты, приготовленные с сахаром, там чем-то еще. Некоторые говорят, это диетическая гадость, ни в коем случае нельзя. А я вам скажу, что организм ребенка способен переварить варенье. Даже, может быть, взрослый организм не так способен переварить, если в небольшом количестве его добавлять,
то я думаю, это будет абсолютно нормально. У ребенка в основном должна быть приготовленная пища. Поэтому нужно обязательно понимать, что вот эта схема, которая существует для взрослого человека, 1/3 сырой пищи, 1/3 приготовленных овощей и фруктов и 1/3 молочных продуктов и животной пищи, здесь не работает. Схема работает по-другому. Здесь в основном есть 1/3 молочных продуктов, или я бы сказал, половина там, 1/3 молочных продуктов, 1/3 животных продуктов и, наконец, 1/3 растительных приготовленных продуктов. Если мы будем ребенка все-таки кормить таким образом, то мы добьемся того, что он будет как можно меньше испытывать проблемы с пищеварением. Вот эти вот самые разнообразные проблемы с пищеварением у детей в основном, они прежде всего происходят из-за отравления. Отравления различными продуктами. И отравление у детей продуктами происходит прежде всего именно овощами или фруктами. Они либо недостаточно термически обработаны, либо они недостаточно там очищены, там помыты и так далее и тому подобное. Старайтесь все-таки проследить за тем, чтобы ваши дети все-таки мытые овощи и фрукты использовали. Вот это очень важный момент. Ну и, наконец, особые рекомендации для детей с аутоиммунными нарушениями. Вот здесь, в этом разделе, мне хотелось бы коснуться той темы, которая стала очень актуальной. Это дети с целиакией. Целиакия – это нарушение, которое в последнее время получила большое распространение. Почему? Потому что в организме ребенка формируется слишком много аутоиммунных комплексов. Я бы сказал, врожденных аутоиммунных комплексов. И тогда этот организм не способен усваивать особые растительные белки. И вот эти растительные белки злаков не усваивает ребенок. Вначале это может проявляться какими-то, допустим, расстройствами типа дерматита или там какого-то регулярного нарушения пищеварения. А затем, когда конкретно уже ребенок начинает худеть, когда у него начинаются такие вещи, как, допустим, понос, когда он отрубает, допустим, пищи, то тогда нужно обязательно показать его специалисту. Такой ребенок должен полностью исключить из своего рациона определенные злаковые культуры – пшеницу, ячмень и рожь. Нужно помнить о том, что очень многие продукты, которые вы покупаете в магазине, могут содержать эти вещи. Молочные продукты могут содержать, допустим, эти добавки. Могут содержать какие-то, даже, может быть, какие-то животные продукты. Всегда внимательно читайте на упаковке, что там написано. И я еще раз говорю, полностью, когда лишают глютена в питании ребенка и выводят его на особую диету, то на этой диете он может прожить всю жизнь достаточно счастливую и здоровую, если он четко будет следовать в рекомендациям. Но я хочу сказать об одном, что целиакия – это болезнь, и естественно, что никакого выздоровления от этой болезни нет. Это вынужденная мера. Ни в коей мере безглютеновое питание не считается здоровым. Ну и наконец, мне все-таки хотелось бы сказать об аюрведических добавках для детей. Одна из самых лучших добавок – это та добавка, на которую я обратил внимание сразу. Это та добавка, которая была оценена мною сразу – это отжас пушки. Отжас пушки – это особый джем авальеха, который, кроме того, что он имеет очень приятный вкус, он к тому же лишен еще других вкусов, ну, я бы сказал, не очень удобных, там горького, вяжущего, там острого и так далее. Это вкусы не очень удобные для детей. Отжас пушти имеет великолепный вкус. В то же время это очень серьезный комплекс для иммунной системы. Иммунная система ребенка получает полную поддержку. Более того, дети, которые регулярно принимают отжас пушти, а дозировка может быть самой простой, по пол чайной ложки 2 раза в день. Ну, я бы сказал, допустим, в сезоны переходные, допустим, то же самое, ноябрь-декабрь, там, допустим, когда переход на зиму, или, допустим, с зимы на весну, это февраль-март, тогда дозировка может быть даже чуть больше увеличена.
Потому что даже если ребенок в возрасте там, 4-5 лет будет употреблять там, по чайной ложке джема, ничего страшного в этом не будет. Я хочу сказать, что официально до 4 лет его не рекомендуют. Но я скажу вам так, что я каюсь иногда рекомендовал его детям до 4 лет. И результат всегда был очень хорошим. Я вам скажу так, что Озаспушти — это препарат номер один. Я бы его назвал базовым препаратом. Это и для детей, и для взрослых. Что такое базовый препарат? Это тот препарат, на фоне приема которого другие препараты проявляют себя с самой лучшей стороны. То есть они с ним компонуются, они входят с ним во взаимодействие и усиливают полезные действия на организм человека. В данном случае на организм ребенка. Рекомендую. К нему привыкания нет. Его можно употреблять, скажем так, независимо от климатических особенностей и от времен года. И в жару, и в холод. Далее. Есть еще такое растение, которое очень хорошо регулирует центральную нервную систему, внутричерепное, внутриглазное давление и так далее. Это прежде всего центелла азиатская. Вот это растение особое. Это растение, которое я ценю очень высоко. Человек, который употребляет добавки с экстрактом этого растения, долгое время может рассчитывать на здоровье центральной нервной системы. В данном случае для детей наиболее предпочтительной формой с центеллоазиатской является мимохен-сироп. Дети его очень любят. Мимохен-сироп — это та добавочка, с помощью которой можно добиться того, что ваш ребенок приобретет гармоничное развитие центральной нервной системы. Более того, это не только улучшение памяти, сна, там, бодрствования и так далее. Это еще и хорошее эмоциональное состояние ребенка. Ребенок становится менее возбудимым. Ребенок становится более таким, я бы сказал, в хорошем настроении. И в то же время не снижается его двигательная активность. Да, ребенок должен двигаться. Он должен двигаться. Если ребенок не двигается, для меня это повод все-таки для какого-то беспокойства. Дальше. В школе очень часто у ребенка возникают проблемы с учебой. Он устает, особенно когда он только пришел в школу. Первый класс, там, допустим, для него многое непривычно. Дайте ему чайную ложку мимохенса утром после завтрака, когда он уходит в школу. И я вам скажу, что вы увидите, насколько это хорошо действует на ребенка. Мимохенс можно употреблять в любом возрасте ребенка. Это и маленький ребенок, это и ребенок, который учится в школе. Это и ребенок, который переходит уже, допустим, в какое-то более взрослое состояние, когда он готовится даже к поступлению в вуз или куда-то еще. Когда он готовится к какому-то эмоциональному напряжению. Всегда давайте ему сироп. Ну и, наконец, мне хотелось бы еще коснуться тоже одного из самых моих любимых препаратов, это трифалакс. Трифалакс — это препарат, крайне необходимый для детского организма. Трифалакс — это тот препарат, который прежде всего будет освобождать ребенка от патогенной микрофлоры. Что делает трифалакс? Если вы обратились к врачу, и врач сказал, у вашего ребенка там кандидоз, или у вашего ребенка там есть какие-то там хеликобактер, или что-то еще есть у ребенка, и вот нужно обязательно воздействовать антибиотиками. Антибиотики очень жестко действуют на пищеварительный тракт. Он и только и так не сформирован. Там еще не выровнены по средам желудок, там, тонкий кишечник. Представьте себе, что там слабая собственная дружественная микрофлора лакто- и бифидобактерии. И вдруг вы начинаете давать какие-то химиопрепараты, которые ударным образом убивают всю микрофлору. И полезную, и неполезную. И неполезная микрофлора плохо выводится. Трифалакс блокирует хеликобактер и других каких-то возбудителей от размножения, и таким образом потихонечку они выводятся из организма. Он очень мягко действует. Трифалакс хорош и для преодоления многих бронхолегочных нарушений. Бронхиты, там различные там
гайморифты, там, насморки, простуды и так далее и тому подобное. Если же все-таки у ребенка есть какое-то, допустим, есть нарушение микрофлоры, то тогда обратите внимание на Эублис. Эублис – комплекс с хелатной медью, который полностью блокирует именно вот, вот этих возбудителей. У меня был случай, когда ко мне обратилась мама маленького ребенка, которому было несколько месяцев, у которого был жесточайший понос. Просто диарея страшнейшая была. И там, по всей видимости, это было связано со слабым развитием микрофлоры дружественной толстого кишечника. Когда я посоветовал давать ее близ, вначале мы давали по полтаблетки на ночь, а потом давали по целой таблетке. Она через несколько дней пришла и сказала, доктор, ваш препарат совершил чудо. Ребенок прекратил просто поносить, грубо говоря. То есть у него прекратилось расстройство пищеварения на Эублисе. Ну, месяца, где-то месяца 3-4 ему было. Это совсем крошечный ребенок был. И когда перед тем, как давать, да, полтаблетки Эублиса, ну, она измельчала, она добавляла этот порошочек в питье, там куда-то еще. Вот. Но все равно это был, конечно, с одной стороны, может быть, какой-то риск, а с другой стороны, я-то знал, что это аюрведические добавки, которые не дадут вреда организму ребенка. Поэтому я был спокоен. Мы говорили об Оджасе Пушти. Это тот состав, который создан на основе амлы. И вот дольки амлы, которые имеют два варианта. Пряная амла и амла сладкая, они имеют прямое отношение к детям. Потому что дети очень любят употреблять сладкие вкусы. Более того, дети любят жевать. Дети любят именно вот эти вкусовые ощущения, которые, может быть, не всегда полностью дают тот же спуски. Но амла нравится всем детям. Механизм таков, что амла – это тот фрукт, который содержит очень много аскорбата. Аскорбаты – это соли аскорбиновой кислоты. И если они соли аскорбиновой кислоты, это не факт, что они будут там проявлять себя как вот аскорбиновая кислота. Они должны еще превратиться в нее. Так вот, когда амлу, ломтики амлы разжевывает человек, то на слизистой оболочке ротовой полости эти варианты аскорбатов превращаются в аскорбиновую кислоту. Вы понимаете, что такое человек употребляет аскорбиновую кислоту? Он таким образом значительно улучшает свою иммунную систему. 3-4 ломтика амлы дать ребенку после приема пищи, и таким образом мы можем полностью... С 3-4 лет в основном начинают помогать амлу детям, но я еще раз говорю, можно дать по одному ломтику и в более маленьком возрасте. А вот пряная амла, если она, ну я бы сказал, она более старшим детям подходит, там после 10-12 лет. Она дает особое такое вот ощущение, там есть кардамончик, там есть очень приятные такие ощущения, и они как раз дополнительно хорошо влияют на слизистую оболочку формирующегося пищеварительного канала у подростка. Есть дети, которые рождаются со слабой поджелудочной железой. Пищеварение таких детей – постоянная мука. Очень часто родители говорят о том, что бы ни съел ребенок, он поносит. Его несет от любой пищи. Так вот, как раз именно диарея – это так называемый перманентный панкреатит чаще всего. То есть это когда поджелудочная железа не выделяет достаточное количество панкреатического сока, и тогда организм сбрасывает просто все, ну, чтобы не отравить и переваренными остатками ребенка. Так вот, тут я бы рекомендовал диаровка. Ну, диаровка до 4 лет не рекомендуется однозначно, я бы не рекомендовал. А вот от 4 до 8 лет можно использовать по половинке или по одной таблетке один раз в день сразу после еды. Да, и вот нужно... Просто вот это иметь в виду, что вот такой состав есть. Энергоблиз – это формирование щитовидной железы. Ну, не только щитовидной железы. Очень часто, когда я смотрю на подростков современных, вот как-то я вспоминаю в дни моей юности –
такого явления не было. Оно было, но оно очень редко встречалось. Я сейчас очень часто вижу молодых людей с тоненькими ручками, тоненькими ножками. Это молодые люди и девушки тоже. Я хочу сказать, что когда я вижу таких людей, у меня сердце наполняется горечью и болью, потому что я понимаю, что это особое нарушение в развитии ребенка, когда у ребенка не было нормального формирования мышечных тканей. Что я могу вам сказать? Пока молодой организм, то, наверное, может быть, это никак не будет сказываться на его здоровье. Но представьте себе, что мышечные структуры рук или ног, они помогают нашему кровообращению. Венозная система, там, артериальная система, она полностью построена на том, что мышечное сокращение помогает работе сердца. И сердечная мышца, миокард или группа, скажем так, мышц, она тоже дегенерирована, потому что она не развита полноценно. Потому что она имеет прямое отношение к общему мышечному статусу организма. Поэтому, чтобы вот этой беды не случилось, начинайте давать своему ребенку энергоблиз. Ребенку можно давать энергоблиз, начиная с 4-летнего возраста. В комплексе с другими препаратами. Это может быть и отжас пушки в комплексе. Это может быть, да, это может быть с другими какими-то добавками. Но вот теджас — это особый продукт, который я бы рекомендовал всем, начиная с 10-летнего возраста. Если ребенок будет принимать теджас, хотя просто периодически, у него будет очень красивая гармоничная фигура. И тогда, даже если он не будет специально заниматься физическими упражнениями, у него часто будут спрашивать: а куда ты ходил, занимался, когда был подростком? Качал, допустим, себе там руки, ноги? А он говорит: нет, ничего не качал. У него очень красивая будет мускулатура. То есть теджас помогает организму обрести нормальную мышечную массу. А если вы при этом еще и будете заниматься с своим ребенком двигательной активностью и физкультурой, вы таким образом приобретете не только красивую фигуру у своего ребенка, но и поможете ему сформировать, но и таким образом вы еще поможете укрепить иммунную систему и его здоровье. И самое главное, будете отвлекать его от этого вредного времяпровождения за гаджетами. Вот это то, что я хотел вам сказать о аюрведических добавках, которые очень важны. Перед тем, как мы перейдем к вопросам, мне хотелось бы сказать о том, что напомнить вернее вам, что мы работаем в Ростове-на-Дону. У нас есть очень хороший такой центр. И он, прежде всего, информационный центр. Что я называю информационным центром? Это то место, куда человек может просто прийти с каким-то вопросом или просто прийти с какой-то проблемой. И тогда мы постараемся помочь ему в решении этого вопроса и разрешить его проблему. Здесь на экране вы видите наши все координаты. Это и время работы, это и адрес нашего сайта, это электронная почта, по которой... Ну, то есть все есть. Что я могу вам сказать? Если когда-нибудь кто-то из ваших знакомых или вы окажетесь у нас в Ростове-на-Дону, милости просим к нам в центр. Теперь мне хотелось бы подойти к вопросам. Потому что я понимаю, что тема у нас непростая. Если у вас какие-то есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Вот тут я получил первый вопрос. А как же быть с фруктами и ягодами в сезон? Те же абрикосы, черешни и так далее. Обработать термически? Ну, что я могу вам сказать? Ну, наверное, это слишком... Я подробно в этой ситуации подошел. Не обязательно их обрабатывать термически, но просто нужно понимать, что ребенку их давать нужно небольшое количество. Потом я всегда говорил, что самое лучшее время для принятия фруктов — это все-таки либо в начале приема пищи, либо на завтрак. Вот смотрите, какой хороший завтрак мы можем организовать своему ребенку. Мы можем ребенку дать какие-то свежие фрукты по сезону, те же самые абрикосы, там, допустим, или, допустим, какие-то еще там смородину, там, или что-то еще. Снабдить это либо творогом, или можно добавить сюда орехи какие-то или что-то еще. То есть вот такое блюдо можно дать ребенку. Но если мы будем давать в чистом виде фрукты,
то очень часто они в большом количестве, то они у ребенка часто могут вызвать какую-то реакцию. Поэтому сразу нужно просто сориентироваться, дать немножко и посмотреть, как ребенок на это реагирует. Вот тут я читаю о том, что сейчас минуточку. Ну, что я могу вам сказать? Вот, вот о Португалии этот вопрос мне часто задают. Португалия и Испания — это две страны, которые находятся рядом. В Португалии традиционно использовали БЦЖ, в Испании нет. Посмотрите, смертность от коронавируса в Испании и в Португалии — это разные вещи. В Италии, чтобы вы понимали, там тоже БЦЖ не делали. В Америке практически не делают во многих штатах. Страны там, где не делали БЦЖ, обычно дают высокую смертность от коронавируса. Ну, что я могу вам сказать? Выводы, конечно, обоснованы, не обоснованы. Можно сколько угодно на эту тему спорить и так далее. Но я вам хотел напомнить о том, что я еще по специальности занимался... Да, у меня военная специальность, когда я заканчивал университет. Я командир взвода химической разведки. И если говорить о, допустим, бактериологии, бактериология военная нами изучалась очень серьезно. Поэтому многие вещи, о которых я говорю, они не просто мною где-то вычитаны, а не надуманы, они просто уже, скажем так, идут из того материала, который был дан. А вот я вам с вами не согласен. Вот я с вами не согласен. Время капхи там, да, с 19 до 22. Да, я понимаю прекрасно. Во-первых, я хочу сказать о том, что ужин я бы рекомендовал все-таки делать с 18 до 19. Вот это самое физиологическое время для ужина ребенка. Дальше. Молочные продукты и капха. Часто очень считают, что молочные продукты стимулируют капху. Нет. Не всегда. Если мы молочные продукты будем давать в нормальном, правильном сочетании, что такое молочные продукты в правильном сочетании? Вот я, например, считаю, что каша, сваренная, допустим, пшенная каша на молоке, перловая каша на молоке, даже рисовая каша на молоке или гречка, это правильное сочетание. И если мы будем давать в таком сочетании, это будет правильно. Если мы ребенку будем давать на ужин свежие фрукты и овощи, чаще всего мы у такого ребенка будем наблюдать нарушения пищеварения. Это не значит, что все дети будут иметь такие нарушения. Но я считаю, что капха сама по себе, она есть у каждого. Проявлена у нас у всех по-разному. И у детей тоже она проявлена по-разному. Да, можно говорить о том, что ребенок имеет детский период, период капхи. Да, на самом деле так. Там много всяких признаков того, что он в этом периоде. Но, мне кажется, нужно подходить более... скажем так, вот широко, рационально к этому понятию. Понятие ДОЖ – это узкое понятие. И вот, кстати, пульсодиагностика, она очень показывает хорошо, как ДОЖа развита, она колеблется или не колеблется, или она деформирована и так далее и тому подобное. Я с вами согласен, что вы на своем ребенке можете что-то, допустим, такое давать, скажем, то, что, ну, идет вразрез с той информацией, которую вы получили. Да, вполне возможно, что, допустим, молочные продукты вашему ребенку, они были и не нужны. Да, вы заменили, допустим, молочные продукты на свежие овощи и фрукты. Но вы понимаете, что это скорее исключение, нежели правило. Ну, просто мы тут уже небольшая дискуссия у нас, но я думаю, что... Хорошо, если вопросов больше нет, тогда всем желаю приятного вечера. Большое спасибо вам за внимание. Всего доброго.